Молодец, мама. Тигр. 8 месяцев будет 23 числа. Отец егошний, сын Каплана, двухкратного чемпиона. Мать, получается, дочка пирата имбрыдная на Балканского. И дочка двухкратного дагестанского пирата. Вот Ахиллес, отец тигра. Тоже 2 года, сын Каплана от дочки Бакса. Молодец. Красавчик, Ахиллес, молодец. Вот Тайсон, 10 месяцев, тоже сын Ахиллеса, внук Каплана. Поверху, понизу, получается, от сестры Скорпиона. Десять месяцев ему. Почти Тайсон. Молодец. Ой, молодец, Тайсон. Сармат, 1 год 7. Сармата мать, дочка пирата двухкратного, имбридная на Балканского. Отец Сармата, получается, Чаран, который сейчас в Боснии. Чаран был сыном бандита. Бандит является отцом также Будулая, также Тайсона, чемпиона Дагестана. Бандит был внуком Бабура, чемпиона Кечери Армении. Монгол, тоже молодой кобелек, 2 года, брат Гамача по отцу. Вот, монгола мать, получается, имбридную дочку Хавера Каплана покрыл Чаран, который в Китае, то ли финалистом он стал, то ли чемпионом стал, финалист Дагестана он был. Брат Чарана покрыл имбридную дочку Хайверовского Каплана, и родилась мать Чарана, монгола, то есть. А монгола отец, получается, внучку Батухана покрыл сын малыша, легковеса чемпиона Дагестана Гергебельского, и родился Галбац. А малыш крыл внучку Нельсона и дочку Чемиха, получается. Чемих покрывал дочку Нельсона, эту дорожденную суку покрыл легковес малыш. И родился отец, то есть дедушка этого монгола. Подкидыш. 8 месяцев будет 22 числа. Внучка Шарика поверху Судакского. Шарик покрывал дочку Талгира. Талгира, говорю, дочку Тарлана. Оттуда рожденный кабель покрыл кобру. И родилась подкидыш. Кобра, получается, рождена от пометной сестры Каплана, от дочки Хапи. От дочки Хапи был рождена кобра, а отец кобры был сын пирата от дочки Чубайса. Пират, отец горца. Вот.
дети. Килограмм под 50.